Добрый день, уважаемые участники нашего канала, нашей группы. Я обращаюсь к тем, кто только нас смотрит и считает, что он вообще к танцам не способен, ну, просто вообще от слова «вообще». А я сейчас хочу несколько уроков записать для тех, кто считает, что он вообще никогда не танцевал и никогда не затанцует. Вот. Моя практика показывает, что в принципе любой человек, который может под барабанную дробь пройти маршем, неважно, где там в школе, где там в садике, просто под барабан пройти, он уже танцор. Все. А покажите мне, кто такое может сделать вообще под барабан. Поэтому начинаем сегодня всего 4 движения, самых простых, вот просто самых-самых простых. 4 восьмерочки, 4 части. Итак, начинаем первую часть. Что делаем? А можете зеркально мне ко мне сделать? То есть вот с какой я ноги в эту сторону, как в зеркале, и вы в эту же сторону. Смотрите, шаг, приставка, шаг, приставка, шаг, приставка, шаг, приставка. Я думаю, что это делать может каждый. Поехали. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, 8. Супер. А теперь давайте с руками разберемся. Руки делают просто. Посмотрите. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, 8. Смотрите, если у нас эта нога, то рука идет противоположная впереди. И раз, два, три, четыре. Теперь спиной к вам поворачиваюсь, чтобы было понятно. Итак, начинаем с правой ноги. И раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Еще раз с руками. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Вторая восьмерочка. Мы делаем то же самое, только смотрите, с небольшим продвижением. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Еще раз. С правой ноги начинаем. Также с правой. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, 8. Еще раз медленно. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, 8. С руками. То же самое. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, 7, 8. Вторую часть еще раз. И раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Первую и вторую части вместе. Поехали. С правой ноги. И раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. И теперь поворачиваемся. Раз, два, три, четыре, и исходная пять, шесть, семь, 8. Сами себе похлопаем. Самое главное, себя всегда нужно хвалить. Следующее, третье движение. Ну, давайте лицом покажу. Начинаете с правой ноги, я зеркально вам делаю. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, 8. С правой ноги пошли вместе со мной. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, 8. С руками. Раз, два, три, четыре. Но здесь мы руки давайте немножко по-другому сделаем. Давайте мы сделаем так. Раз, два, три, четыре. Показываю с руками. Посмотрите. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, 8. Вместе со мной, с правой ноги. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, 8. Боком. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, 8. Соединяем первую, вторую и третью часть. Начинаем с правой ноги. И раз, два, три, четыре,
5, 6, 7, 8. А раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. А раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И следующая, последняя, четвертая часть тоже начинаем с правой ноги. А раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Четвертую часть с правой ноги вместе со мной. И. А раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Добавляем руки. Здесь мы руки сделаем просто. Раз, два, три, четыре. Можно щелчок сделать. Семь, восемь. Зеркально вам делаю. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Итак, приготовились. Начинаем с правой ноги, четвертую часть. И раз, еще раз, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Повторяем эту часть еще раз. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Если не получается сразу с руками и с ногами, отматывайте назад. Делайте отдельно с ногами, потом подключайте руки. Значит, это не надо говорить, что я там не могу, никогда не справлюсь сразу. У меня 1000 учеников было, прошли, и у всех одна и та же история. Он говорит, ой, у меня не получится. Вот самое главное, вот эти тараканы убираем из головы. Не думайте, получится, не получится, а просто делайте. Просто ставим без рук. Раз, два, только ноги. Четыре, пять, шесть, семь, восемь. А теперь скомбинируемся с руками. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Зеркально вам делаю в эту сторону с правой ноги для вас. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Молодцы. Сделайте это движение несколько раз. И мы с вами продолжим. Давайте теперь соберем все четыре части. Итак, поехали. И. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Вторая часть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Третья часть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Четвертая часть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Опять и мне снишься ночью сладкий сон моей любви. Потерял тебя давно я, лишь хочу сказать прости. И скучаю, и тоскую, не такая ты, как все. Понял это я с годами, ты одна в моей судьбе. И скучаю, и тоскую, не такая ты, как все.
понял это я с годами. Ты одна в моей судьбе. Ой, рябинушка, рябина, раскудрявый мой цветок, о тебе всю жизнь тоскую, без тебя я одинок. Ой, рябинушка, рябина, раскудрявый мой цветок, о тебе всю жизнь тоскую, без тебя я одинок. Обниму я куст рябины, он напомнит о тебе. Молодость ушла куда-то, ты одна в моей душе. И скучаю, и тоскую, не такая ты, как все. Понял это я с годами, ты одна в моей судьбе. И скучаю, и тоскую, не такая ты, как все. Понял это я с годами, ты одна в моей судьбе. Ой, рябинушка, рябина, раскудрявый мой цветок, о тебе всю жизнь тоскую, без тебя я одинок. Ой, рябинушка, рябина, раскудрявый мой цветок, о тебе всю жизнь тоскую, без тебя я одинок. Рябинушка, рябина, раскудрявый мой цветок, о тебе всю жизнь тоскую, без тебя я одинок. Ой, рябинушка, рябина, раскудрявый мой цветок, о тебе всю жизнь тоскую, без тебя я одинок.